А все, пошла трансляция. Ребят, всем привет, с вами Левша, с вами Корм 2. Мы не так часто сейчас собираемся, но все помнят, какой у нас был плотный месяц, поэтому сегодня... Ой, сегодня, поэтому мы не так часто собираемся. Ну вот, как твои три отметки на 40.05? Как твое очко, я бы спросил. Все нормально. Сразу на больное. Это было жестко. Да, они едут тяжами, готовьтесь взять урон. Дал. Хорош, хорош, good luck. Юльф, братишка, вперед, зай. Да не, Дим, тут все. Дима, ты зря поджался. Там я вижу, что прикрывать. Дима, мне хп не видно. Бобер, попробуй в угол, ты зажил. Тут все плохо, у нас тут уедь вот сюда в угол, ты заживешь очень долго. Что ты сдох? Меня убили. Дим, тебя можешь ты Семеру ордой добить? Ордой, можете сюда? Я заберусь нормально. Дим, ты сдох. Через 10 дам. Так нормально разменились, чувак, мы затормозили атаку. Дим, ты умер? Да. Дим. Как-то. Почему ты арта, арта наш. Умер, они выезжают. Добью чифа. Давайте мы одну арту грани возьми, танчик совка. Сейчас такой 261 возьмет. Только пришел, уже не нравишься мне. Понял. Ну вот так вот, а ты потом, Дима, говоришь, будь с ним построже, с ними. Надо еще строже, чтобы даже не смел такое говорить. Я думаю, это штраф грани. Да. Блин. Призовых, 500 да? долларов с абсолютно. С призовых. Эти изумруды, тебе пришли призы с АП? Ой, ты понял, с КП. Отличная шутка была. А, блин. Сорян, сорян. Я забыл. К такому изумруду не готовили. Красава, шотик. Шотик сам того не знает, шутканул нормально. Да, для зрителей, кто не знает, изумруд вылетел на ранней стадии просто с кланом потопки. Тут ты решил добить сейчас. Так, шотник только пришел, шотник уже мне не нравится. Нет, это жестко, конечно. Изумруд еще так переживал, что он вылетел там, все дела. Тут шотник просто... Напомните, через 2 месяца, типа, ты че, братан, расслабился? Я только забыл об этом, алё. Только подушка от слез высохла. Так и это, там костюмы просто шьют красивые. Они еще из-за этого не пришли, шотник. Понял, понял. Не, просто это... Именные же курсы изумруда. Я спрашиваю, блин. Позвали изумруду поговорить про клановую потасовку. Про призы, ладно. Ох, жесткие вы, конечно. А давайте все поставим вот такой вот, типа, кулачки. А матюкаться можно? Можно, можно. Я чисто из солидарности к нему просто у меня его нет. Так, ну что, Юля заехала в эту карту, да? Трупик был полезный. Эх, главное, Юльк не залетела, ты ж. Ты знаешь, от танков сложно. Ну да, согласен. От танкистов. А тут вот невозможно. Там, знаешь, как бывает. Там нормально в квартире альфа-самец живет, как бы. То есть, подожди, Дима в районе 150, что ли? Ну да. Ну, примерно плюс-минус. А сколько калорий употребляет шок? Плюс-минус 25, так сказать. Да посмотри на него, он как эти вот гончие собаки есть худые, их сколько не корми, они гончие. В сквозную яму. Так что шотнику, мне кажется, пофиг, сколько он ест. Ну да, я и говорю. Порода шотника. Счастливый человек? Порода шотника. Вообще, Леша, тебе не кажется, что ЕБР медленнее стал? Да не, нормально. Блин, переиграл уже. На X нажми, шотник. Там аптечка, да? Неплохо, а у меня нормально. Не кажется ли мы деградируем реально просто? Конечно, деградируем, чувак. Просто. Чем ты полезным занимался сантиметр за последний год? А полезным в смысле, типа, интеллектуально или физически? Что и то, и то. Ну. Брал 3 отметки на всех артах. Да, вот что полезно? Как ты интеллектуально развивался? Интеллектуально? Кстати, наверное, никак. Ну, чтение художественной литературы не считается развитием. Почему? Тоже... Ну, а чё? Ты прочитаешь «Капитанскую дочку» какую-нибудь, например, да? Ну, я беру любую книгу, рандомную, и чё-то умнее стал от этого. Да. Ну, да. Интеллект повышен, да? Ну, ты немножко мозг напряг свой. Ты хотя бы можешь в словах ошибки находить.
Книги. Я вот когда стримил линию фронта, я в перерывах в 7-минутных очередях, очень интересных для арты, короче, играл в сапера на стриме. Вот там я больше напрягал полный мозг. Я думал, ты книгу читал, пока в боте закинул. Не-не-не, короче, я там играл реально на стриме в сапера. Вы готовы, дети? Да. И вот там что-то мозг больше напрягался, на самом деле. А физически ты как развивался за этот год последний? Физически? Ну, сейчас начал это... Бегать, короче, всякие гантельки домой прикупил и так далее. Нормально, короче. Вспомнил бутылки всякую фигню. Гантели купил. А когда ждать инсту от сантиметра с... всякими... С банками, да, прокачанными? Тренажерчиками, да, с банками. В конце осени. Все серьезно? Ну, в конце осени я буду инсту заводить и там это... И скакалка будет, что ли? Да, конечно, да, да. Просто первая же история будет про то, как я в костюме облегающем скакал и скачу. Конечно, да. Я тебе могу трико подогнать, если хочешь. Водолазку черную подарю тебе, братан. Водолазку не откажись от чего. Сейчас оденемся. Я не застримлю. Очки у грани возьмешь и все. И готов как бы. О, нормальный донат, кстати. Сочный бургер задонатил. Привет, я тот самый сочный бургер, что снился тебе этой ночью, помнишь? Как мой соус стекал по твоим губам после каждого укуса. После каждого укуса. Помнишь мою... Подожди, это не бургер, это псевдоним. Приземлялся на пупочке. Помнишь мою прожаренную котлету, говорит? Да, нормально, да, такой. Между двух булочек. Сладкие, да, булочки. Лишь гурман. Да. А ты, кстати, гантельки... Гантельки уже есть. А ты будешь показывать на стрим, как ты мышцу прокачиваешь в сантиметр? Нет. 500 рублей донат, качаю бицуху. В инсте. Сторис, типа. Я же фамилия. Какой бицуху? Он жопу будет качать. Хорош. Где-то реально, года идут, а шутки у нас вообще не меняются. Вообще, это... Но как девочки обычно, смеются, как в первый раз, понимаешь? Просто... И смысл один и тот же, но разнообразие это все-таки в форме подачи присутствует. Ну да. Они заблочили меня. Плюс нас жестко стреляют. Я тоже только попал. Кто-то мне не нравится. Да? Заезжаем, да, на горку. Тижами просто приемку ставьте. Заблочил, кстати, грамотно. Все, выставляемся. Все, выставляемся. А так это по фокусу урон даем теперь. Флабера вон 200 едет. Сейчас крестик с инспиром справится и все, будут вам кидать по шоу. Мне халпа нужна, боюсь. Не спал. Арта КД. КД, да? Да, арта КД. Можешь забрать. Блять. Гудок живи, проб по максимуму. Пробую жить по максимуму. У нас есть арта, у них нет арты. Не, тут... Играйте. Вообще, я думал, хуже будет. А что за... Крест, нормально, у них нет арты, у нас есть арта, и разваливайте. С другой стороны надо, где грани, выходить. Если не надо этот, а, у меня танк застрял, короче. Я знаю. Они на гуска едут. Сторона... Грани в один момент стрельни вот сюда мне в шотного танка, когда он светится. Куда здесь на горе? Надо 279. Сейчас совок заедет фуловый. Блэк вообще здесь сорит. Справа 279 ваншот. Давай я в жопу заеду. Хорош, Блэк. Хорош, растаскивай, смотри ты. Добивай. Почти. Не, Гудлай, конечно, сорил, я думаю, всем чатом сейчас увидит. Забейте, я бой залил только что. А как ты его забил? Я, короче, я, это, стреляю в толпу танков, но. И у меня снаряд в самый-самый низ круга падает, я попадаю в затылок шотнику, поджигаю, убиваю его, не шотнику, а кому я попал? Силику. Во-первых, я силику сношу 600+, поджигаю его, убиваю, оглушаю всю свою команду, а врагам 0 урона, короче, забейте. Я понял. Я не понял тему, кстати, с хиперами, что там вышло. Вы же 2 на 2 залетели. Нет, меня заблочили, я не залетел. Подожди, а расходник ты куда не заблочил? А кто тебя заблочил? Был, не? Два ИБРа, они вместе встали, я не заехал. Так, а вы чё? Вы чё не заблочили? Ну, шотник отлетел. Я заблочил. Командир, я все нормально сделал. Это, подожди, а что с расходкой сантиметра? Не, расходку я нормально кинул. Но именно, я говорю, я дал косарь урона по своим и убил.
И этот косарь урона должен был дать по врагам. А я дал по своим. Давай налево это вредителя. У него по врагам меньше. Я впервые в жизни. Фашист! У него больше по союзникам, чем по врагам. Так я и говорил, да, я по врагам. Ладно, один выстрел по врагам, да. Окей. А тут такой вопрос, а если Флаббер сломает укреп сам себе, это штрафует или как? Ну это как бы кик из клана. Да, кик из клана, да.